Dios. Так, хулипал, ты говоришь, да? Это получается, мы еще быстро проходим. Пан, тебе что? Это... Блять. Все понятно. Вы ходите просто с гирейдом и все. Только не вешайте КД на 25-ки. Мы же ходим 3 раза в неделю. Так тогда же был этот сервер, упали и откатало убийство. У меня он на паладине та самая фигня. Блять, как вы заебали, ёбаные локи. Сука. Чтоб у тебя глаз на жопу натянулся. Вот это челики по-любому, которые сходили в Brawl Magic, как бичуганы с волчатом, и пошли такие иконе убивать, потому что в 20-десятке, в 25-ке их не взяли, потому что они нубы, блять. Вот мне так кажется. Рэл, а кто-то нужен? Нет, нет. Лок было бы неплохо. Я беру вот этот виклик, если я кого-то с волчата беру, беру на 4 рейда. Вот это чтобы, блядь, там Васла там было. Чтобы а другие были... какие-нибудь, нет, там Хант, Прист. Одно тело, ну давай какое-то любое. Есть время перекурить быстренько? Да, ну Хант сейчас зайдет. Минуты. Можно дико мучпоку ассистенту? Спасибо. Минуты 2 максимум. Хорошо. Суманите холи пала. Уже летим к инсту и суманим людей. Я в натуре рога такие, в натуре идти. Алло, я тут. Алло, ты кто? Финка. Я доставку забирал. Похавать. Будем всех лока нету. Ты ко мне, сука. Пожилой, ты что там ПВПшишься, что ли? С мобами. А вот тренька с груля. Короче, с обычки, которая глаз грула, она на хилов про. Ну, пацаны сказали, что она бесполезная для хилов. Я в прошлом рейде хотел взять. Типа, вообще не топ. Зачем тебе на хилов рейтинг скорости? А в ДЦ щиточки кидать? Щиты кидать, конечно. Купи себе лунную пыль. Лунную пыль купил вчера. А-а-а. Вторая лента жертвоприношения с карты. Ну, она лучше, чем глаз грула. Ну, лента да, классная. Да. Вот это прикольно.
Все, заходим в инст, кто не суманулся, придется самим лететь. Сейчас начнем бить, и уже боссы будем пулять сразу, через минуту. Все, вот это прикольно. А, ну да, медитация, кстати, неплохая. В смысле неплохая? Мы пойдем с вами. Лутанем. Сейчас выпадет страш. Да даже не страшно, на улице просто. Заходим в инст, бьем трэш. Я тут не собираюсь сейчас сидеть. Все заходим в инст, бьем трэш. Глаз Магеридона. Нормально? Ну, лучше. Что холипал будет бафать? На ДЦ не лучше. На холипеста лучше. То есть лента лучше? Да. У тебя на ДЦ бесконечная мана. Зачем тебе пассивка, ну, которая мана да, дает? Да, по идее, да. Если ты не дамажишь. Если ты на ДЦ собрался дамажить, то ты плохой ДЦ. Многозадачно. Ха! Ну, вообще говорят, что надо сделать нечего, поэтому... Давай тебя послушаем. Блин. Я кого-то за ДЦ шарю, да? Я говорю, что говорят люди. Я считаю, если свободное время есть и мана есть, как бы, то почему бы и не постоять и не поймать. У тебя на ДЦ нет свободного времени. Вот в этом рейде у меня есть, потому что. Ну в этом, еще... потому что это виклик кончен. На каком-нибудь личе или на любом боссе вообще в ЦЛК у тебя времени не будет. Когда фроза ДК в Т5 танчит, его в принципе считывать не надо, ибо он сам себе считывает. Не, есть такой момент, я говорю еще раз, то, что здесь два ДЦ, поэтому как бы время есть. Я кикаю сейчас в кашеров, мне не нравится такая хуйня. РЛ, что холипал бафает? Что хочет, то и бафает. Хорошо. Короче, чего не давай... видишь на людях, то и бафает. Иди мне твоих боссов держи, давай тебе пулять, я ебал сидеть. Дайте МП5, холипал. Я только поражал. Задиспельте кроша. Что, нам уже королечек поприть, да? Так, на пол шишечки. На пол карасик. Окей, понял. И зайти. Yeah.
Скажите, как закончить, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Подходите, уезжайте. Вихрь через 10 секунд, милики. Не подходите. Было бы сказано. Вихрь. Сильверых одним ударом, блин. Вихрь. Убили короля, заходи. Идите, хильте танка. Да она и сама себя прохилит. Да и Грула сама убьет, в принципе. Опа, 24. Хорош. Что все себе рог делают? Фелшер, ты тут? А что ты от нее хотел? А шо? Хотел что-то, а что? Теперь будешь через него все передавать. Что можно считать? Ты пропал. Ну я ей передам, она отошла на несколько секунд.
пошел. Просто тотем трепет оставь под эфир. Киньте кто-нибудь ролл в чат, блядь. О, Настя, я все вижу. Спасибо. А кто сейчас сказал про тотем трепета? Участник рейда. Нет, а какой ник? Fear War. Откуда ты такой спек взяла танк АДК? Сама сделала. Так а Fear War, ты не в пати же с Фелшер, например. Как, зачем тебе ее тотем антифир, если он не снимет с тебя ничего? Я могу сказать просто, что он работает на пати, зачем вот это вот, блядь, или точнее. Я просто к тому, то, что ты бегал в фире, типа, мог нажать тотем. Ладно. Да, иногда я не играл за шамана давно. Да и то был только Эн. Поставьте тотемы на мельчиков под босса. После пола. И по рогам. Просьба для паладинов, оставьте желтую джагу Холи Палу. Видишь, каски не было, и я умер. Thank you.
Рейндж набрали. Дайте сальву, помойся. Уже две целка 25 оп принести за это время. Ты оптимист просто, мне кажется. Вот, теперь интересно, получил ли я вообще урон за этот бой? Ну, не очень много. Моса больше получил. Ну, я чинхой, у меня весь дамаг уходил в поглоту. Но мне бесконечно поглот весь бой висит. Так, еще одна Т4. Чё, это хилам, вы думаете, идет? Почему думаю, нет? На холи пала. У меня на холи пала такая. Бля, в прошлом рейде мне 10 человек оказало то, что этот, это говно, а не 3. На холи пала и реально говно. Ну она прокает типа раз в 2 минуты, как бы, не знаю. Нет, у нее так 45 секунд КД, но она так-то для всех. Короче, холипал, тебе надо эту фигню? Да.
меня 200-я триня, если чё. Ой, ты что-то анролить будешь. Посмотрим. Может, Т4? Сейчас бы царь обезьян себе за эту трини рубаху на груди порвал бы, просто бы доказывая то, что это дерьмо. Верните царя, пожалуйста. Ну реально, последнюю бы рубаху разодрал бы, сказал бы, нет, выкиньте ее, лучше не помогать. Возвращайся, сладкий. 17-17. Не повезло. Ну хоть одну строли, и то плюс. Пошли на магика. Нару нас не забыли. Охуеть, памикс турка фукаш. У тебя на варе в ДД какая энчантка на... На что? На сапоги. Инженерное дело. Понятно. А так то ледопереходимец, ледо что-то там, проходимец как-то... Ледопроходец. Говно, босс. Почему? 18 крита. Да, 18 что... меткости. Топ — это инженерия. Ну, а если нет инженерии? Значит, ты удаляешь любую обоссанную свою профу и вкачиваешь инженерию. Это просто ускорители? Это нитро-ускорители. Кстати, а нитро детонируют или нет? Все детонирует, все взрывается. Кубы 5 плюсов. А мне есть смысл плюсовать или нет? Нет. За что Войд? У меня 6000 ДПС. Так, Хант, ты где си? Ну раз ты сказал в Дискорде плюс... Наверное, оно в Дискорде. Не, он просто до кучи присунул. Ты, это ты, Хант? Ладно, давайте какого-то другого челика. Что-то, я хочу, чтобы это как-то сгиндилил. Одно тело на кубы. Я могу на кубы посадить. Холи пал. Ладно, давай, холи пал. Пошли трешбить, что вы стоите. Кто не прилетел, летят. Вот они все тут уже. Дир, пуляй, агри, бобов. Тебе все могу держаться прекрасно. Вон, смотри, будет там 5 плюсов. Может, меня снимешь? Бан. Конечный контроль тупо.
водите по бокам, прежде кто быстро бегает. Сюда наверх поднимайте, с одной и с другой стороны. Ты иди наверх, Лиса. С радостью, но я в бесконечном контроле. Как выйдешь с контроля? Или вытерей хорошенько. А зачем? Ты ж больше подходишь, чем я. Я посмотрю, вот сейчас буквально. Ок. Это все? Сейчас у нас будет целый час отдохнуть перед целком на спинге. Ну, на самом деле, сейчас у нас будет час вайпов. Потому что я каждый раз то так куб не прошу. Блять, я закопаю того, что не проживет куб. Детки поставил. Дайте за... фугере баф. Танчит Алиса. Дайте лапку приз баф. Заходи, стурка. Кулак пороги дайте. Сразу дашь войско. Алиса там успеет трупы на взрывать, когда мобы сбегутся. Пуливайте все мобов на Алису. Чек на пул. Кулак по рогам. И пристабах. Тут авары на АП орят. А, все, вижу. Шаманов, наверное, пати разные, чтобы эти тотемы. Они не снимают фирта, они сокращают. Алиса пул. Пуливаем по бок.
думаете, что ваши жалкие маги пейте мою кровь вечно? И захлебнитесь ею! Может, маг по мане садится? Кубы. Подходим к своим кубам, приготовились. Сейчас будет каст. Нажимаем. Нет, только не снова. Геру. Геру дайте. Тебе казалось, что я слаб. Аж три шамана стал ебать. Так кто из нас слабее? Тебе казалось, что я слаб. Мягок. Так кто из нас слабее? Тебе казалось, что я слаб. Мягок. Кто из нас слабее? После откидывания будут кубы. Сразу после откидывания бежим к кубам. Подошли к кубам. Выжимаем. Только не снова! Казалось, что я слаб. Мягок. Так кто из нас слабее? Подходим к кубам. Нажимаем. Только не снова. Стены темницы содрогнутся и падут.
Неужели будет 6 кубов? Подходим к кубам. Подходим к кубам. Сейчас будут кубы. Прожимаем. Нет. Только не снова. После откидывания подходим к кубам, возможно будут еще кубы. Зашли к кубам. Приготовились. Прожимаем. Обидно было бы, если не успели. Я помню, с пугами ходил на 1%, не про. О боже! Спасибо, всем удачи, всем здоровья. Давай, спасибо. Можно голову поролить сначала? Сейчас я посмотрю, что там выпало. Ролите голову. Не ливайте, кто с гильдии, там ЕП надо начислить еще. Всем спасибо, пока. Финка четвертый кусок? Да. Красава. Поставьте да, порт, Таларан. Теперь ты пожизненно мой раб. Я там будет башку отдал. Ты мне талисман. Он больше меня сролил. А, ну да, я мне. Кто скинул какую башку? Голову я отдал, там вар больше отсролил за меня. Ну ладно. Ну все, целка 10 готов. Правда, кату надо. Опортники не ставили, да? Стоит там где-то в туше у Киридона. Почему? Ну, так получилось. Да нет, мы не ставили. Может, Зуламан сходим? О, это плюсик. Так он завтра будет. Ну, завтра, да, но можно и час. И один час до РТ. Да. Принесем Зуламан за один час. Вы чё, ребята? Еще с перекурами, да? После каждого даже трэша. Без перекур, без. Даже если и перекуривать никто не будет, блять, все равно за час не принесет. Будет.